Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале «Кухня без фанатизма». В сковороду добавляю небольшой кусочек сливочного масла, 15 грамм, и включаю небольшой нагрев. Одну луковицу нарежу соломкой, вот такими вот перышками, и добавлю лук в сковороду к маслу. Туда же добавляю немного воды, миллилитров 50. Готовлю на небольшом нагреве под закрытой крышкой. Одну небольшую морковь нарежу крупной соломкой. 3 зубчика чеснока нарежу крупным ломтиком. Добавлю лук и чеснок в сковороду к луку. Вернее, морковку с чесноком добавляю в сковороду к луку. Продолжаю готовить под закрытой крышкой на небольшом нагреве. 2 куриные грудки также нарежу соломкой. Нарезанную грудку добавляю к овощам. Овощи уже стали слегка мягкими. Все перемешиваю и продолжаю готовить под закрытой крышкой. Также крупной соломкой нарежу шампиньоны, 4 штуки. И нарезанные шампиньоны отправляем в сковороду. Куриная грудка уже слегка побелела. И продолжаем готовить под закрытой крышкой. Готовится все быстро, буквально режется, тут же отправляется в сковороду. И все быстренько готовится. Некрупный картофель, 8 штук, я нарежу дольками. Я его заранее отварила до готовности, почти до готовности, и очистила от кожуры. Вот такие вот ломтики. Картофель также отправляем в сковороду. Сюда же добавляем зеленый лук, нарезанный вот такими фрагментами крупными. Приправу для курицы и черный молотый перец. Все перемешиваем. Такая вот красота получается. Готовим все время на небольшом нагреве и под закрытой крышкой. Добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. И 1 среднего размера маринованный огурчик. Немного солим. Перемешиваем, готовим минут 5 под закрытой крышкой. 3-5, вот так примерно. И все будет готово. Ну вот и все готово. Осталось посыпать мелко нарезанным укропом, дать отдохнуть под закрытой крышкой минут 5, настояться, и можно будет подавать. Ну вот и пришло время подавать.
Блюдо получилось яркое, сочное, симпатичное и, естественно, вкусное. Осталось только узнать, сколько же килокалорий в нем на 100 грамм. А на 100 грамм у нас всего-навсего 92 килокалории. Вот такая красота. И вкусно, и полезно, и низкокалорийно. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Желаю всем мира и добра!